Для того, чтобы вот такими не были, нужно выполнять практику, и у вас, если вы проходили на ступенях, я когда-то говорил, есть очень хороший семинар, он называется «Избавление от зла», буквально так называется, и там я даю вот эти коды, обряды, обрядовая магия, вот двухдневный, трехдневный семинар. Как использовать, если вы все-таки хотите, чтобы этот мужчина был с вами, и помочь ему, потому что в случае, если у мужчины или у женщины есть приворот, то в дальнейшем денег не будет тоже. И избавление от приворотов, избавление от проклятий является одной из, наверное, стратегий в том виде, когда человек не может зарабатывать деньги. Ну и каким образом это делается? Представляете своего любимого человека, где обычно находятся привороты? Привороты обычно находятся либо от горла до рта, либо от пупка до попы, извините. И вот что нужно делать. Представлять, будто вы прямо в рот всовываете ему руку и достаете белого червя, похожего на аскариду, глиста, с головкой или мордочкой какой-нибудь девушки, и бросаете в огонь, представляя огонь или ставя свечку перед собой. Но лучше ставить свечку. И второе. Представляете, будто из попы достаете, но из попы уже достаете, из попы или из половых органов достаете змею. Достаете змею и точно так же рисуете вокруг этого человека круг, достаете змею, отбрасываете от него и так далее. Вот сколько это нужно делать? 108 раз в день, хотя бы 20-30 дней. Возможно, к вам и не придет. Но зато это освободит его и сделает его более счастливым человеком. Дело в том, что мужчина, которому ставят приворот, или женщина, которую ставят приворот, то она не привораживается. У нее появляется качество через вот такой приворот, который называется блуд. Как это проявляется? Мужчина всегда будет думать, что его жена плохая, некрасивая, какая-то там еще никакая. Если на обоих ставят как бы рассорки, то тогда появляется у мужчины, он там все время, моя жена не так пахнет, не такая некрасивая, там волосы не такие, глаза не такие, рост не такой, вес не такой, и так к ней все время претензии имеет. И все время у него желание где-то найти еще кого-то и так далее. А если это женщина, то у женщины появляется другая тема. То есть ей нужно все время мужчина, и в случае, если свой мужчина, то где-то на стороне, она должна доказать всему миру, что она красивая, всему миру показать, что она красивая, а красивая может быть только и начинается там губы сделать, глаза добавить, волосы нарастить и так далее. Это как бы... Вот такие двойные привороты, это когда на семью наложено. Можно ли это убирать? Да, можно. Есть специальные методы. Я эти методы описал в трех своих семинарах. Они называются «Обрядовая магия» и «Порчи с глаза» первая и вторая часть. Проходите. Не так все просто, вот так щелчком пальца здесь не объясню. Но когда начинаешь работать и помогаешь людям, то... В действительности это очень эффективно помогает, и много раз было такое, когда женщина обращается и говорит: Андрей Андреевич, муж ушел более старший от меня, у нас там пятеро детей, и там что делать и так далее. Я брал деньги и возвращал мужа. У мужа обычно со временем открывались глаза, он говорит: ну надо же, что ж такое со мной произошло? А дело в том, что тот человек, который наводит такой приворот, или если он делает, у него очень рушится судьба, и у этого человека появляется либо тяжелейшее заболевание, либо у этого человека жуткая появляется проблема в жизни. Поэтому мой вам совет. Не умеете делать — не делайте. И других не просите, чтобы делали, потому что... Людей делаем в итоге озабоченными, а там все по-другому делается.